Друзья, смотрите, у меня есть, короче, вариант взять на тесты большой вертикальный ветрогенератор. Вот одна из его лопастей, таких 5 штук. Здесь, наверное, 2 метра высотой эта лопасть. Короче, кому нужен этот тест, ставьте лайк под этим видео. Я заморочусь, возьму этот ветрячок, снимем полностью параметры с самого генератора, посмотрим его мощность. Здесь сразу говорю, генератор, можешь напомнить, насколько примерно он был заявлен? Киловатта на 2, наверное, нет? Не помню. Ну, не помнят люди, как раз узнаем фактическую его мощность на его рабочих оборотах. Вот. Но нужно знать, нужны вам такие тесты или нет, напрягаться мне или не стоит. На этом все, жду ваших реакций. Ставьте лайк, если вам нужны такие тесты.